обычно включаем первым делом питание, общее управление тепловозом. Мы вот здесь не уже включены. Нажимаем по бдителям. Значит, включаем радиостанцию, белые буферные фонари, включаем прожектор на тусклый режим, включаем электрические тормоза, значит, заряжаем давление. Давление в тормозу магистрального столько заряжается, включаем ПК. С КПМ включим масло и воду. И будем режиссер вперед. Пока ждем прокачку дизеля и зарядку тормозной магистрали. Запущено, начинаем снимать тормоза. Пускаем полностью 10 черты, проверяем, что у нас давление отпустило. Начинаем ступенечку с тормоза, смотрим, чтобы у нас вся схема сыграла, сработала. Все, при постановке 216 экрана. При постановке 216 экрана мотивно мы видим, что с давления 4 килограмма. Опускаем, будем проверять выведенные тормоза. Все, локомотивные мы опустили, начинаем проверять поездные тормоза. Установка ручки крана машиниста 5-е положение и дальнейшая постановка 4-е положение. Смотрим, давление у нас появляется. Все проверяем без ЭПТ, то есть без электропневматического гормона. Смотрим, давление появилось, отпускаем через 1-2. Проверяем схему тяги. Переходим на вторую страницу. Смотрим, тяга у нас собралась, токи идут. Сейчас поехал. Все, тормоза отпускаем. Затягиваемся.